На крыльце колонии номер 25 в Ростовской области разыгралась целая драма. Мужчина, отсидев 3,5 года за грабеж, вышел на свободу, но вместо друзей и родственников на воле его встретили только оперативники. Присаживайтесь, пожалуйста. Расследователь по особо важным делам первого следственного отделения первого отдела по расследованию особо важных дел. В отношении вас в настоящее время возбуждено уголовное дело по части 102 статьи 272 Уголовного кодекса. Дениса Юрьевича подозревают в том, что в колонии он состоял в экстремистском и запрещенном России движении «Арестантское уголовное единство», оно же АУЕ. Мужчину прямо от крыльца в наручниках доставили в суд. Там ему избрали меру пресечения в виде ареста на 2 месяца до 9 января. В общей сложности ему грозит еще 6 лет лишения свободы.